Сегодня Международный день танца. Сюжет в тему дня. Воспитанники школы танцевального искусства «Алис» готовятся к ответственному событию. В Нур-Султане в мае пройдет престижный международный конкурс по спортивным бальным танцам «Силквей». Наш корреспондент Амина Усенова побывала в школе, понаблюдала за ходом репетиции. Занятие ведет мэтр Елена Алексеевна, основатель школы. Она уже много лет учит детей удивительному языку танца. Школа имеет призвание. Ее воспитанники занимают призовые места на республиканских и международных конкурсах. Это одна из надежд школы «Алекс» – Евгений Ан. Он уже на протяжении 5 лет профессионально занимается бальными танцами и получает большое удовольствие от этого. В будущем планирует связать свою судьбу именно с этим искусством. Почему я занимаюсь бальными танцами? Ну, во-первых, это очень красивый вид спорта. Во-вторых, он так же, как и в других видах спорта, вырабатывает характер и, самое важное, дисциплину. В этой студии я около 3 лет. Любимый танец – джайв. Латиноамериканская программа. Я заканчиваю в этом году и планирую дальше развиваться в этой сфере, стать педагогом, закончить хореографический университет. Еще одна жемчужинка танцевальной школы – Диана Нурланова. Ей безумно нравится танцевать, танцует с самого детства и тоже в будущем хочет стать хореографом. Ну, скоро будет, как я 4 года занимаюсь. Мне нравятся танцы, я люблю танцевать, я все время танцую. Все успеваю и учиться, и маме помогать, и на танцах. За 24 года работы школы было несколько выпускников. Многие из учеников Елены Алексеевны связали судьбу с танцами и преподают в кружках, в хореографических отделениях вузов и колледжей. Им на смену приходят новые влюбленные в танец дети. Амина Усенова, Рамазан Джасупбек, Тусхан Сатпай, телеканал Кызылорда.